Депутаты Госдумы предложили с 1 января 2023 года увеличить размер минимальной оплаты труда в 2 раза. Авторы инициативы от партии ЛДПР уверены, что повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения. По их расчетам, на эти цели потребуется более 1 триллиона рублей. Однако, по мнению экспертов, повышение МРОТ логично, но поднимать его надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес. Напомним, в этом году минимальный размер оплаты труда дважды повышали – на 8,6% с января и на 10% с июня. В результате он составил 15 279 рублей. Отметим, что в настоящее время показатели минимальной заработной платы в регионах страны существенно отличаются. Например, в Москве МРОТ составляет 23,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 21,5, в Архангельской области – от почти 26 тысяч до 33 613 рублей в районах Крайнего Севера.